Благовещение входит в число 12 важнейших праздников православия и является третьим по значению праздником после Пасхи и Рождества Христова. Празднование Благовещения не отменяется, даже если праздник приходится на Пасху, и пост ради него ослабляется. В народе говорят, что весна в этот день окончательно поборола зиму. Бог благословляет землю и открывает ее для сева, а потому только после Благовещения можно начинать полевые работы. Беспокоить землю до этой даты считалось большим грехом. В целом, на Благовещение категорически запрещалось делать какую-то работу. Оттуда и поговорка: «На Благовещение птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».